Прекрасный осенний день, 4 октября, в детской школе искусств города Видное состоялась праздничная церемония, посвященная Дню Учителя. Школьники встречали гостей торжества, представителей районной администрации, молодых специалистов, ветеранов педагогического труда. Всех их объединял праздничный настрой, чему способствовали многочисленные поздравления. Я от души всех-всех-всех вас поздравляю с этим удивительным осенним праздником. Его можно назвать праздником любви, благодарности и заботы. Я думаю, что это действительно вот такой праздник, когда душа раскрывается, потому что он поистине не только международный, он всенародный. Открывают двери в удивительный мир представители самой уважаемой и благородной профессии, вдохновляют каждого. Делясь с учениками своими знаниями и опытом, учителя щедро одаривают своих воспитанников любовью и теплотой. Каждый человек с особыми чувствами вспоминает своего первого учителя. Я помню Марию Васильевну, учительницу начальных классов. Помню Надежду Александровну, учителя математики, уже позже. Да и потом, как-то все преподаватели уже и в дальнейшем, потом в Суворовском училище, и в Высшем военно-морском училище, да и в Академии, все уже, конечно, запомнились, запоминаются, навсегда останутся в сердце. Увидеть в ребенке что-то особое, что-то лучшее и помочь этому развиться – вот главная задача учителя. Потому учителя радуются каждому успеху своих учеников. При общении с детьми удовольствие, понимание с детьми, гордость за свою страну, что дети есть действительно заинтересованные, приятные в общении, и гордость за самих детей. Подъем духовный, физический, моральный, да. Потому что дети, они как зажигалочки заряжают. И я надеюсь, что мои дети будут, может быть, и летчики, испытатели, академики, ученые. И буду очень гордиться ими. В адрес учителей звучали многочисленные поздравления и благодарности за их огромный труд. Очень здорово, что большой, профессиональный, дружный коллектив системы образования Ленинского района по праву является одним из лучших в Московской области. И, надо сказать, и в стране у нас, наша Россия, у нас есть хорошие и действительно такие стоящие успехи в развитии системы образования. За высокие успехи и достижения учителей Ленинского района наградили почетными грамотами, знаками отличия, памятными подарками, а некоторые удостоились и денежных сертификатов. Особенно приятно учителям было получать подарки от творческих коллективов. Своими выступлениями порадовали ансамбль «Русский стиль», ансамбль «Даблтон». Танцуют все! Друг! Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.